Здрасте. Здрасте. Итак, складывайте игрушки. Осторожно. Признавайся, как зовут? Коля. Коля. А тебя? Уля. Уля. А что мне? А тебя? Да. Как? Вика. Вика. Первое Говори. Юля тоже первое имя. Как зовут? Саша. Саша. Что? Я сделала свой фотоаппарат. Ага, конечно, фотоаппарат. Как тебя зовут? Я Лаша, да? Да, вот такой фокус. Я сейчас в спальню зайду. Все, идем, заходим в спальню. Где-то Давид. Никита. Вот твоя комната. Идемте туда.
шкафчике? Меня. Вот сейчас, когда родители выйдут с раздевалки, забрать душ, хорошо, чтобы не заходили. Ленька, иди сюда. Иди ко мне. Послушайте меня сюда. Кто забыл игрушку? Я иду в шкафчик. Сейчас будем проходить, заберете игрушку. Кто забыл? И строимся внизу, в ясельной группе. Так, подожди.
родной уютный зал. На празднике всех мыслей нас собрал. Но здесь мы собрались в последний раз, чтоб в школу проводить, ребята, вас. Представляем наших выпускников. Самый спортивный. Самая задорная. Самый подвижный. Самая чуткая. Самый послушный. Самая трудолюбивая. Самый веселый. Самый задумчивый. Самая привлекательная. Самый любознательный. Самый активный. Самая ласковая. Самый артистичный. Thank you.
новый класс я буду вспоминать. Все впереди у нас, но только малышами нам никогда не стать. Минуты все летят, земля кружится, и время не вернут назад. Нам детство никогда не возвратится, и не придем мы в детский сад. И сегодня день прощания, мы не станем унывать. Детский сад мы долго будем добрый голос вспоминать. И радость станет грустная пора, потому расставаться нам пора.